Ребят, всем привет. Посмотрите, пожалуйста, это у нас автовокзал Липецк. Посмотрите, как он выглядит. Ой, автовокзал, перепутал. Железнодорожный вокзал. Назвал автовокзал. Это железнодорожный вокзал Липецка. Вот он такой красивый. Ну, точнее, не супер красивый, но, скажем, архитектурно он интересный. Так, а вот он я здесь, ребят. Гуляю. Так, мы с вами гуляем по вокзалу, ребят. Сейчас покажу, что нас окружает здесь рядышком. Вот магазинчик, киосочек Роспечати. Здесь продают всякие такие маленькие газеты, журнальчики. Ну, все сами видите, что здесь есть. Роспечать российская. Здесь денежки принимают. Покажу, что еще вокруг меня окружают люди. Вокзал на. Все, ребят, всем пока, иду дальше.